Поехали. Два инвестора. Ребят, вот если хотите, сфотографируйте это, подумайте, посчитайте. Два инвестора по брату. Оба близнецы по 65 лет. Один начал 20 лет, другой начал 40 лет инвестировать. Хотел подзаработать, отжиться и там все дела. Да? Личный вклад. Этот инвестировал по 4000 долларов, этот по 4000 долларов. Вот еще третий год. А? Не мешайте. Да? Оба инвестировали по 10% годовых. Этот перестал инвестировать в 40 лет, этот перестал инвестировать в 65 лет. Да? У этого итоговый срок накопления 45 лет, у этого 25 лет. Откуда у того 45 дала? Сейчас. Он перестал вкладывать, но деньги остались и продолжали работать. А начали они отбирать, то есть мы замеряем 65 лет. Вот они выходят оба на пенсию. Понятно или нет? Понятно? Я не заметил. Скажите, понятно ли? Честно. Мы говорим, наша задача, два брата, которые в 65 лет вышли на пенсию. Один начал откладывать по 4000 долларов лет в 20, но в 40 перестал. Перестал. Но деньги остались на счету, они продолжали капитализироваться. Он не брал ничего. Да? Понятно? То есть он 45 лет накапливал, этот 25 лет накапливал. Итого личный вклад у этого 80 тысяч долларов он вложил. Понятно почему? Да. У этого 100 тысяч долларов, да? Этот заработал 2,5 миллиона долларов на счету без учета налогов. Ребят, мне сложно, там была цифра с налогами, мне сложно говорить, в Америке большие налоги. Если мы будем примерять на себя, там цифры будут другие. Я взял цифру без налогов. У этого на счету 2,5 миллиона долларов, у этого на счету 400 тысяч. Вопросы? То есть 40 лет поздно? Нет, 40 лет не поздно. Ты же захочешь 65 лет продолжать жизнь. Просто он себе позволит жить на Бали, ты себе так. Я хотел этим слайдом показать, что чем раньше вы начнете накапливать, тем красивее будет результат.